Добрый день, уважаемые зрители канала магазина спутникового оборудования satmarket.com.ua. В этом видео мы расскажем о модели нового цифрового эфирного ресивера марки World Vision T58. World Vision T58 – это новая усовершенствованная модель эфирного DVB-T2 приемника конца лета 2015 года. World Vision T58 – продолжает функциональную линейку популярных T2 ресиверов марки World Vision и закрывает собой эру модели T2 ресивера World Vision T38. В чем же отличие World Vision T58 от старой модели World Vision T38? Первое – это дизайн. T38 был выполнен в обтекаемом корпусе в виде мыльницы и не имел индикации кнопок управления. T58, в свою очередь, имеет классический дизайн с кнопками управления и цифровым дисплеем на передней панели ресивера, что, в общем, привычно наблюдать в классическом исполнении. Пульты дистанционного управления World Vision T58 и World Vision T38 внешне выглядят абсолютно одинаково и являются совместимыми. Выполнен ресивер World Vision T58 в пластиковом корпусе привлекательного дизайна. На передней панели находятся кнопки включения, кнопки управления ресивером и дисплей. На нижней и боковых частях ресивера имеются вентиляционные отверстия для охлаждения устройства. На одной из боковых частей находится USB-выход для подключения внешнего флеш-накопителя. На задней панели ресивера World Vision T58 находится антенный вход, антенный выход и R-выход для подключения выносного инфракрасного приемника, аналоговый AV-выход, цифровой аудио-видео-выход HDMI, вход для подключения блока питания напряжением 5 вольт постоянного тока. Поставляется ресивер World Vision T58 в фирменной коробке. В комплект входит сам ресивер, пульт с батарейками формата мини-пальчик, кабель мини-джек на 3 РЦА и инструкция. По железу, как и предыдущая модель, World Vision T58 имеет быстрый продуктивный процессор Novatek NT78306, позволяющий ресиверу работать быстро и без надоедливых подтормаживаний и четко выполнять инструкции пользователя. Оперативная память 64 МБ и флеш-память составляет 4 МБ. Как и все предыдущие T2 приемники World Vision, World Vision T58 имеет встроенный плеер, предназначенный для произведения записи, воспроизведения видео и аудиофайлов форматов MPEG 1, 2, 4, AVI, MPEG, MP4, TS, MOV, MKV и многих других.